Hot English with Hotspot. We will English you. Чтобы разнообразить нашу речь, мы используем синонимы, то есть сходные по значению слова. Но слова еще и нужно складывать в предложение, а это занимает кое-какое время. Мы вам предлагаем синонимичные фразы, то есть готовые выражения со сходным значением. Таким образом, вы сможете по-разному, но всегда неизменно правильно выражать свои мысли. Марина Юрьева, ведущий преподаватель Hotspot School of English. Если вы хотите узнать, согласился ли ваш собеседник на новую работу, вы можете его спросить несколькими способами. Did you say yes to the offer? Did you answer in affirmative? You took the offer, right? Did you accept the offer? You didn't turn down the offer, did you? В английском языке существует минимум 6 неформальных способов сказать, что у вас нет денег. I'm broke. I'm short on cash. I'm out of cash. I've run out of dough. I'm hard up. My bank account is overdrawn. Помните, что существует 3 регистра употребления подобных выражений. Формальный, полуформальный и неформальный. Ваш выбор нужного выражения зависит от того, с кем и в какой ситуации вы разговариваете. Hot English with Hotspot. We will English you.